шаббат есть, а шалома нет. Если по-честному погрузиться в ту самую субботу, умрешь от ужаса. С четверга все началось. ОМОНовцы устроили налет на Гефсиманский сад. Панику такую нагнали. Разбежался народ кто куда. Самое тяжкое было это видеть арестованного Иисуса. Вот где разрыв мозга. Ведь готовились к восхождению на трон. Представляли победу. Уже и власть в Новом Израиле делили. Не вмещается в голове. И даже ни слова не возразил. Действительно, как овца на заклание. Ну и вся ночь превратилась в кошмар. Вдруг повылазили патриоты, начали рассказывать всякую чушь. Врать стали, мол, Иисус там антигосударственный переворот готовил. Священники, вот еще одна мучительная боль. Ведь как-никак священники, учителя, службу творят от имени Бога. Почти боги. А на деле оказались подлецами. Даже Пилат уговаривал их отпустить Иисуса, невиновен. А эти святоши взъелись, ничего им кроме крови Христа не надо. И сами того не заметив, от Царствия Божия отреклись. Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Ну как теперь жить? Вораву им давай, разбойника этого, мало он крови попил, а Иисуса распни. Кошмар. Помрачение ума. Но это же надо такое сказать. И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. Избили Иисуса, в кровавую кашу превратили. Уж поиздевались так, что и представить невозможно. Потеряли человеческий лик, зверье. Священники вдруг оказались работниками ада. Ну как после этого жить? Когда уже на крест сдернули, все еще издевались, а он молчал. Все эти страшные издевательства молча терпел. И тут произошло. Небо заговорило. Тьма такая наступила, что не описать, чернота. И воздух стал горький, дышать невозможно. Землю так тряхнуло, что горы опустились. Умер мученик. Затих. Только мрак. И в небе, и в душе. Нашлись добрые люди, сняли тело с креста, гробницу дали. Своего-то у него ничего не было. Сотворили погребальное дело. Так эти изверги и тогда не успокоились. Камнем закрыли могилу, опечатали и стражу поставили. Фу, мерзость. Теперь вот в душах наших могила. Мрак и ужас. Покой настоящий. Врагам не пожелаешь. Пожалуй, в могиле лучше. Как теперь жить? Шаббат есть, шалома нет.